быть. А-а-а! Надо бежать. Ксюша, ты что так долго? Надеюсь, пиццу без грибов привезли. Там тетушка. Что? Ксюша, это вообще не смешно. Ага, стала бы я так шутить. Вон, смотри. Так, все. Где у тебя черный вход? Надо быстрее бежать. Девчонки, расслабьтесь, я сейчас разберусь. Нет. Здравствуйте, тетушка. Вам тут делать нечего. Я могу сделать только один свой с родителем. И... Твои родители после того, как ты с братцем сбежал, не дали мне ни цента. Так что кыш-кыш-кыш. Что вы тут делаете? Моих родителей дома нет. И твоих родителей я уже предупредила. Я сказала, что я буду через 2 часа. Только заводилась я раньше и сразу же приехала. Девчонки, бежим. Это мама сейчас приедет. Девчонки, я вас спрашиваю, как вы приедете в самолет? Это мама уже здесь. Я к вам ненадолго. Но вы никуда не полетите. Что кто-то разгромил мой лагерь благородных девиц. И поскольку там сейчас ремонт, я буду жить здесь. Так что быстренько взяли и занесли мои чемоданы, девочки. Я же за них заплатил. Пойду попробую деньги хотя бы за них вернуть. Чего она вообще тут командует? Да. Кто она вообще тут такая? Ага, бежим за чемоданами. Сейчас. А ну быстро за чемоданами! Она что, туда кирпичи напихала? Вот и накрылись наши каникулы и девичник. Ага. А мы тусить. Точно! День на дворе. Почему вы думаете, я такая молодая, красивая, пышущая здоровьем? Потому что сон, самое лучшее для красоты, это сон. А вы уменьшаете. Так что цыц. А то. Понятно, чтобы тихо. Точно девичник нагрелся. Не-не-не, ну подумаешь, музыка. Колонка. Давайте его поиграем на желание. Как вам, а? Кто проиграл, тот выполняет любое желание. Любое? Ага. А если кто-то откажется от выполнения? Да ходите ему лысым за такое. Играем. Алён, кидай. Я же не везучая. Давай ты. Точно. Точно повезло. Ага, повезло. Ага, и ещё как. Желание. Нарисовать тётушке усы и сфоткать. За всё, что было в лагере. Ха-ха-ха, смешно. Давай желание. Это и есть желание. Не-не, я отказываюсь. Ну, тогда... Лысые говорят в моде. Я вас ненавижу. Вот маркер. Нестираемый. Тоже мне подруги.
Ненавижу вас. Нифига, люди волосатые. Это что еще было? Я же сказала, волк в пижаме! Это мы сами видим! Ты же к тетушке пошла! Откуда это взялось? На кровати лежала, а тетушки не было! Он сожрал тетушку. Это что, тетушка? Блин, пижама, ты ее! Как такое может быть? Держи! Проверил. Да, надо, чтобы кто-то проверил. Проверил кто-то, чтобы. Да. Это что сегодня такое вообще происходит? Так, знаете что? Ксюша! Ксюшенька, открой, пожалуйста! Ну, пожалуйста, открой! Быстрее проверите, быстрее открою! Вроде бы нигде нету. Иди проверь входную дверь. Ага, так стоп, пошли вместе. Его нигде нету. Иди на улицу. Ксюша! Ксюш! Бежим из дома! Ксюша! Лиза, стой! Что? Смотри! Ты была хорошей подругой. Пойдем. Стоп! Надо помочь. Девчонки, я попала теряю сознание. Мне плохо. Не вздумай. Тихо. Держись. Лиза, Лиз, попробуй вытащить ногу. Аккуратно. Ого. Думай, думай. Есть идея, я сейчас. Лиза, Лиза, за меня. Держись, держись. Не забывай, внизу волк. Он тебя съест. Ух, нам надо заменить ее ногу на что-нибудь похожее и такое же тепленькое. Вот, Макар. С тобой будет все в порядке. Так, стреляй! Маки, это тебе. Хорошо, вот. Теперь я
папе позвонить. Ну, чего? Автоответчик. Папа решил сбежать на денек к бабушке. Ну, класс! Ну, это же моя родная тетя, бла-бла-бла, присмотрит за мной. А нам-то что делать? Родители нас только завтра заберут. Будем дежурить по очереди. До утра протянем. Ага. Девчонки, у меня офигенная новость. Короче, тетушка уезжает. Я же рядом стою. А я знаю. Правда? Ура! Мы живы! Ура! Ура! Ох, как хорошо отдохнула. Правда, кровать ужасная и дом. Ох, хорошо, что никто не тревожил мой сон. Надеюсь, мы вас больше не увидим. Девчонки, чего вы как сонные? Помашите тете. Мы есть сонные. А в качестве благодарности следующим летом обязательно вас возьму в свой лагерь без конкурса. Благородных девиц. Что? С вами была Ксюша Макарова и мои друзья Алена, Лиза. Конечно, не забудьте подписаться на мой игровой канал Watch Me Play. Всех люблю, всем пока! 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 Он сожрал тетушку. Ну всем на раз! Ура! Обнимашки он не любит, вы посмотрите на него. Да, подождите, подождите, нет. И... Здравствуйте, тетушка. Где она? Вот она стоит. Я могу сделать только один звук родителям. И... Это мыло уже здесь. А ну быстро за чемоданами. Почему я так без кляма говорю? Ой. Я установила. Как всегда. Знаю я, что в мире взрослых людей